Тили-тили-тили-бом, был у кошки новый дом. Ставеньки резные, окна расписные. Друзья, откуда это? Правильно, это слова из сказки Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом». А вы знаете, что у нас в Москве тоже есть кошкин дом? Хотите, я вам расскажу про него. Живет на свете веселый и добрый клоун. Зовут его Юрий Куклачев. Однажды он увидел на дороге маленького бездомного котенка, пожалел его и взял к себе. Котенок вырос и стал большой, красивой кошкой. А Юрий Куклачев вспомнил сказку Маршака и решил построить тоже кошкин дом и поселить там не одну кошку, а много котов и кошек. Мышей в этом доме не было, и чтобы кошки не скучали, решил он сделать из них артистов. А дом назвать театром. Настоящий театр с настоящими артистами. Только артисты эти не люди, а кошки. При входе в театр зрители встречают бронзовые коты. Если три раза потереть носик милых животных, сфотографироваться рядом с ними и загадать желание, то оно обязательно исполнится. В театре кошки повсюду. Даже дверные ручки сделаны с изображением кошек. Здесь не в обычных, а в стеклянных комнатах живет более 200 кошек. Среди них 38 различных пород, но есть и беспородные. Многих забирают из приютов и подбирают на улице. Если у этих зверюшек находятся особенные способности, они часто становятся звездами. В театре отсутствует слово «дрессировка», ведь кошка – животное гордое и независимое, заставить ее невозможно. Этот дом – территория любви и доброты. Только в такой атмосфере с кошками можно создать необыкновенные номера. Кошка может даже вылечить больное место, но только у того человека, которого признает своим. Так считает руководитель театра кошек Юрий Куклачев. Кошка – до безумия верное животное, но она верит тому, кто этой веры достоин. Не каждому она отдает свое сердце, свою веру, свою любовь. Она очень гордая. Обмануть ее невозможно. Она должна почувствовать искренность и доброту. Тогда вы заслужите ее любовь. Ну что ж, друзья, пора нам отправиться в зрительный зал. Thank you.
Если у вас дома кошки или собаки, или другие животные, я вас очень прошу, не обижайте их. Потому что животные принимают обиду как предательство. И не будьте в жизни предателем. Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее. Лишь доброта.